Безперечно, туристичною привабливістю Мілового є те, що це все ж таки прикордонна територія. І є місця, котрі ви більш ніде не побачите, тільки тут. Найвідоміша вулиця Мілового – вулиця Дружби народів. Погодьтеся, таке рідко можна побачити. З одного боку – Росія, з іншого – Україна. Державний кордон. Ось така дивна вулиця Дружби народів. Одна половина якої знаходиться у Росії, інша в Україні. Непарні номери будинків на українській території, парні – сусідського боку. Сейчас на часах украинское время 11 часов 43 минуты. И пройдя буквально несколько шагов, мы можем оказаться с вами в другом часовом поясе, в часовом поясе Российской Федерации, где уже будет 12 часов 44 минуты. Мы с вами можем это легко сделать и пересечь государственную границу, буквально по осевой разделительной полосе. Сейчас мы находимся на территории Российской Федерации, и находиться там на основании паспорта могут только жители Меловского района. Жители других районов Луганской области, да и Украины, обязаны оформить миграционную карту и иметь при себе все соответствующие документы, удостоверяющие личность. Вот такова... Где я вертаюсь? Да, такова специфика территории. Поэтому для нас сегодня, для меловчан и для наших соседей-чертковцев, проблема государственной границы, она достаточно условна. Вот сегодня, когда мы с вами можем наблюдать машина, которая едет по правой стороне, она едет сегодня по территории Российской Федерации. Значит, машина, которая двигается по этой стороне, она движется, соответственно, по территории Украины. И как бы все эти тонкости и нюансы каким-либо образом урегулировать в строгой, так сказать, соответствии с буквой и требованием закона практически невозможно. Поэтому мы считаем здесь, что все-таки для таких территорий должны действовать, наверное, какие-то особые правовые режимы, позволяющие, так сказать, беспрепятственно жителям приграничных территорий пользоваться и правом пересечения границы на транспортном средстве, также и в пешеходном порядке. Звичайно, незручністю для мешканців прикордонних територій є те, що до сусідів треба ходити з паспортом. Але скільки ж приємних дрібничок? Ось, наприклад, з обох боків кордону хазяйки завжди знають, де і коли дешевшають товари. Буває таке, що, допустим, овочі спочатку стали там дешевле, на російській стороні, а тепер тут дешевле у нас, тепер вони к нам йдуть. Покупают здесь продукты у нас, колбасы хорошие, виноводочные очень хорошие. Вы знаете, у них я ничего не беру, потому что меня устраивает наше, вот наше, украинское. К нам все бегут за водкой. Из России, да. А вы зачем бежите? Да просто посмотреть, позаглядывать. В принципе, основная вот бытовая техника, водка, продукты питания у нас чуть дешевле.